При разборке двигателя для капиталки часто наблюдаются ярко выраженные следы масляного голодания. Причем владелец вроде бы и следил за уровнем масла. Как так-то? Давайте начнем сначала. И впрямь самым распространенным или распространенной причиной масляного голодания является несоблюдение уровня масла в двигателе. Причем не только низкий уровень, а и перелив в неких случаях, это тоже может привести к голоданию. Откуда берется нехватка масла? Правильно, его расход, а он есть. Есть даже у новых двигателей. Обычно это немалый зазор, но есть движки, которым нехватка в 300-400 мл будет критичной. Так, а вот о втором варианте, кстати, вообще мало кто задумывается. А ведь перелив по уровню может вспенивать масло, а насос с пеной справляется плохо. Вследствие масла дофига, а смазка никудышня. Далее, несвоевременная замена масла, ну и фильтрика. И это нарушает циркуляцию и смазывание деталей. Вследствие что? Голодание, правильно. Качество масла, не думаю даже говорить об этом. Это очень важный момент, как и допуски. Заливаем масло, не предназначенное по типу, тоже ничего хорошего не даст. Льем лишь то маслицо, которое рекомендует производитель вашей ласточки. Что еще может стать причиной? Маслонасос, его износ или неисправность. Он может быть как полностью в отказе, так и попросту не докачивать. Что еще хуже, ибо этот момент не так легко выявить. Еще одно элементарное, но немаловажное. Прогрев движка перед выездом. Завел и сразу дал нагрузку, особенно в зиму, иначе обеспечил кратковременное голодание. Тоже. Если мы не будем придерживаться всего вышесказанного и продолжать кататься на таких лыжах, некоторые компоненты движка будут неблагодарны. Они не будут достаточно смазываться или вообще не будут смазываться, что приведет к их повреждению. Пострадают маслосъемные колечки, может деформироваться распредвал или даже колено. Про поршня и цилиндры я вообще молчу. Так какие же признаки голодания масляного? Самый явный, естественно, это лампочка давления масла на приборке. Менее заметными могут быть дергание автомобиля при езде, потеря динамики, синий выхлоп, посторонние шумы в моторе, снижение холостых, перегрев, в конце концов, или как минимум повышение обычных рабочих температур. Все, берегите себя и своих лошадок. Всем удачи!